Всем привет, вы снова на канале компании Каркам. В августе 2017 года компания Каркам выпустила панорамно-видеорегистратор Каркам А360. В то время он приобрел большую популярность среди автолюбителей. Сегодня я расскажу вам о новом видеорегистраторе, который заимствовал все особенности своего предшественника, однако имеет множество отличий, в том числе иной форм-фактор. Итак, встречайте! Панорамный видеорегистратор «Зеркало Каркам Z360». Сперва поговорим о характеристиках. Основной отличительной чертой регистратора является фишай объектив с углом обзора 360 градусов, который позволяет устройству вести запись сразу с трех сторон от автомобиля, перед ним, по бокам и в его салоне. Для того, чтобы контролировать обстановку и позади от автомобиля, Z360 укомплектован дополнительной миниатюрной камерой с углом обзора 100 градусов. Для удобной навигации в интерфейсе регистратора устройство оснащено большим сенсорным дисплеем с диагональю 4,5 дюймов. Видеорегистратор обладает аккумулятором с емкостью 450 мАч. Благодаря этому устройство сможет продолжать запись даже с выключенным двигателем. Для этого необходимо перевести устройство в режим парковки, после чего он будет производить запись только по срабатыванию встроенного G-сенсора. Для хранения большого количества видеофайлов регистратор поддерживает карты памяти microSD до 128 ГБ. От слов к делу, давайте перейдем в автомобиль и посмотрим, как это все работает. Крепится устройство достаточно просто. В комплект входят два специальных крепления. Надеваем их на одну сторону, прижимаем его к штатному зеркалу и фиксируем его на второй стороне крепления. Вот и все, остается только подключить питание и можно ехать. Как я уже говорил ранее, устройство ведет запись сразу с четырех сторон от автомобиля. Вы сможете выбрать наиболее подходящий режим. К примеру, вы сможете выбрать обзор сразу с четырех сторон. Это изображение по ходу движения, контроль обстановки в салоне, контроль левой и правой мертвых зон. Еще один немаловажный вариант изображения – это изображение по ходу движения и в салоне автомобиля. Особенно будет актуален для работников такси. Еще один вариант – круговой обзор. Для того, чтобы он работал корректно, необходимо направить объектив вперед. Таким образом, вы сможете настроить максимальный охват области перед автомобилем. Обратите внимание, что изображение с дополнительной камеры выводится в небольшом окне. Для того, чтобы развернуть его на весь экран, необходимо его коснуться. А чтобы вернуться в обычный режим, просто коснитесь дисплея еще раз. Теперь давайте посмотрим работу регистратора в реальных дорожных условиях. На экране видео с регистратора открыто в специальном плеере. В нем вы можете также менять и выбирать отображение видео, а также поворачивать направление съемки. Как вы можете заметить, на изображении отчетливо видны как обстановка на дороге, так и в салоне автомобиля. Итак, что же такое Каркам Z360? Это видеорегистратор нового поколения, который способен заменить собой сразу несколько камер. Кроме того, вам не придется загромождать свое лобовое стекло, тем самым загораживая себе обзор. Ведь Каркам Z360 не превышает по размерам вашего штатного зеркала и крепится на него. Более подробную информацию о Каркам Z360 вы сможете найти на нашем официальном сайте. Ссылки, как всегда, будут в описании. Не буду вам напоминать в сотый раз, однако колокольчик, подписка и лайк. С вами был Каркам, всем пока!